В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента. Более миллиона человек проголосовало на избирательных участках. Подсчет голосов, поданных досрочно, начнется после основного голосования, назначенного на 9 мая. Сами выборы также проводятся раньше срока, после импичмента президента Пак Кын Хэ, которого обвинили в коррупции. Сейчас наиболее вероятным кандидатом на пост президента считается Мун Чжэ Ин. Согласно последним соцопросам, его поддерживает 42,5% избирателей. Thank you.